Определено место падения вертолета на Алтае. Очевидцы сообщили, что машина рухнула в Телецкое озеро в Турачакском районе. По предварительным данным, это был Робинсон Р-66. По информации регионального управления МЧС, на борту могли находиться 5 человек. В экстренных службах отметили, в этих местах сейчас сложные метеоусловия и плохая видимость. В Главном управлении МЧС Республики Алтай развернут оперативный штаб. В готовности к убытию к месту находится аэромобильная группировка в количестве 21 человека. Отмечу, что на Алтае довольно популярны такие полеты. Там работает целый аэроклуб. С борта вертолета открываются живописные виды. Это привлекает очень туристов. Однако машины зачастую используют без соответствующих разрешений. Добавлю также, Робинсон Р-66 вмещает 5 человек, включая пилота. Летает на максимальной высоте больше 4 километров.